Сильные, смелые и заботливые. Лучших пап Самарской области в седьмой раз наградили почетным знаком во славу отцовства. Церемония этого года прошла в Красном Яре. Возраст номинантов значения не имел. Экспертное жюри оценивало не только талант конкурсантов воспитывать детей, но и учитывалась их активная общественная деятельность. Отдельные номинации для тех, кто отличился в опасных жизненных ситуациях. Папы, которые могут все, в сюжете Нины Ваниной. Может, все и даже больше. В свои 44 года у Василия Костина четверо детей. Старшей дочери 22, а младшей всего 2 года. В дружной семье инженера ссоры – редкость. И ни дня друг без друга. Даже длительные командировки детей и жену Елену Василий берет с собой. Если один человек как бы не совсем правильно построена жизнь, многодетная семья – это счастье для нас, для семьи, для общества. Жизнь не построена только на работе. Приходя с работы, мы видим свое счастье. Это самое главное для нас. Отец больше не роль второго плана. В этом году почетный знак во славу отцовства получают 38 человек. Награда не государственная. Награждают ей только в Самарской области. Номинаций 5. Помимо многодетных отцов, жюри из экспертов-общественников отмечают мужчин, воспитывающих детей без женской поддержки, взявших на себя общественную нагрузку, а также проявивших мужество по спасению детей, оказавшихся в опасности. На экспертном совете идут очень серьезные такие дебаты. За ту или иную кандидатуру, это очень тоже приятно. Выросла конкуренция, хочу сказать, за эту награду, несмотря на то, что она общественная. Для нас очень важно то, что сегодня, наряду с теми праздниками традиционными, которые есть, появился вот такой праздник. Надо ставить вопрос, безусловно, о том, что все-таки придать ему статус, пускай хотя бы областного. Мой папа находчивый, умный и смелый. Ему по плечу даже сложное дело. Нина Ванина, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии, Красноярский район.